Что происходит вообще? Что это такое? Почему радиация плохая? И всем привет, дорогие друзья, с вами Сталкейн, и сегодня мне надоели мои соседи. И вы, наверное, спросите: Кейн, почему у тебя здесь стоит гигантская ракета? Потому что сегодня, друзья, у нас будет очередной взрывоопасный выпуск, где мы будем пытаться уничтожить как можно больше всего. Сегодня мы находимся в этом чудесном городе под названием Вилл Дрим, который состоит из более 40 вот таких вот очень-очень пафосных, крутых, таких новеньких домов. Как вы можете видеть, здесь у нас есть какой-то небоскреб. И, ну, короче, это очень-очень-очень красиво выглядит. И сегодня, ребята, мы попробуем запустить парочку ракет, ну, таких небольших, как вы можете заметить, и уничтожить соседние дома, потому что дома есть и там далеко, и вон туда, и вот там у нас какое-то гигантское здание виднеется, которое я бы, конечно, уничтожил. Я, кстати, даже к нему не подлетал еще. Поэтому, друзья, надеюсь, вам понравится этот выпуск. Поддержите его лайком, если вы хотите еще таких взрывоопасных выпусков. Ну а мы приступаем. И сегодня, друзья, мы будем использовать мод под названием NTM, где есть просто гигантское количество всяких бомб, оружий, гранат и чего здесь только нет. Вы просто посмотрите на вот эту штуку, например. Вот как вам такая вот это, да. Ну, это мы оставим на следующий выпуск, если вам понравится. Ну, а сегодня мы будем запускать именно сами ракеты с нашей платформы, которую мы здесь поставили. И я, честно, не знаю, как их запускать. Я более-менее что-то слышал, но я даже не посмотрел. Но я думаю, мы разберемся. Может, что мы уже не глупые. Поэтому, друзья, как это работает? Для начала вам понадобится, конечно же, ваша платформа, которая, вот она у меня здесь. Я уже ее поставил. И дальше, когда вы нажимаете на нее правой кнопкой мыши, вот сюда в центр, здесь есть три ячейки. То есть одна для ракеты, которую я уже поставил. Это у нас Doomsday Missile. Для второй ячейки нам понадобится вот такая вот штука. Это что-то типа радара, где мы будем указывать зону, куда полетит наша ракета. Ну и, конечно же, заряд батареи, которая у меня есть здесь. Она бесконечная, поэтому сегодня мы взорвем много домов. И я честно вам скажу, что я выбрал эту ракету рандомно, вот перед выпуском, чтобы вот так вот начать это видео. Я просто взял первую попавшуюся, поэтому Doomsday у нас сейчас будет первая ракета, и я думаю, это будет весело. То есть, прежде чем мы будем запускать все это, нам нужно, конечно же, выбрать зону, ну и вообще нашу цель, куда полетит эта ракета. Ну, как она выглядит-то, боже мой, какая она большая, я просто боюсь уже. Поэтому давайте попробуем выбрать какой-нибудь дом. Какой сосед нам не угодил, друзья? Какой же сосед хочет получить ракету прямо на свою крышу? Давайте... Тут заканчивается город. Я думаю, вот этот сосед. Отхапал он себе тут гигантский дом на окраине города, видите ли, такой широкий, с бассейном прямо около дороги. Он мне не нравится. Поэтому, друзья, что ж, нажимаем правую кнопку мыши. Даже нет, давайте выберем место покруче. Вот сюда. И, кстати, можете слышать прикольный звук, когда мы выбираем зону. Есть, отлично. Хотя там и зомби тоже подал свой голос. Ну да ладно. Итак, ребята, для запуска первым делом то, что мы делаем, это, конечно же, заходим вот сюда и кладем нашу штуку с координатами вот сюда. И теперь, если не ошибаюсь, эту ракету можно запустить с помощью редстоуна и рычага. Но это работает как-то странно, поэтому давайте посмотрим. Давайте сделаем вот так. И, друзья, ну давайте попробуем. Давайте сделаем обратный отсчет. Может не сработать, я не знаю. Первый раз это делаю. 3, 2, 1. Полетели. Я знал, что это не сработает. Окей, давайте подумаем. Просто здесь как-то... Может, тут как-то так? Так, дайте мне. Так, здесь все в редстоуне. О-хо-хо, она полетела. Черт возьми, что я сделал. Так, окей, смотрим, следим за полетом. Короче, нужно было просто три редстоуна поставить там. Вы поняли. Ракета... Я думал... О, черт. О, это еще что за... О, боже мой. Я думал, что... Ну, окей. Офигеть, что мы натворили. Об этом я вам и говорю, друзья. Я вообще даже не знал, что за ракету я запускаю. Я выбрал первую попавшуюся. Я даже не почитал ее название. Как она называлась? Кто-то помнит? Короче, сосед, который нам не угодил, не только получил по заслугам, а также все его соседи и вообще вся зона. Мне кажется, до нашего дома там уже
тоже что-то дошло. Посмотрите на это! Ребят, мне кажется, я уничтожу весь город. Подождите, она еще не прогрузилась. Она грузится. Смотрите, тут какие-то штуки, все летает, что-то тут взрывается все еще. Посмотрите на это. Это что вообще происходит? О, пожалуйста, прогрузись. Стоп, стоп, стоп. Пока не стало очень поздно. Давайте сделаем рендер-дистанцию пониже. Иначе это будет краш. Краш Майнкрафта. Так, окей, окей. Все лагает. Вот это взрыв, друзья. Ребята, взрыв прогрузился. И самое смешное то, что от всего этого дома, на который мы скинули эту ракету, остался именно тот самый бассейн. Остальное все вокруг уничтожено, но бассейн на месте. Ну так, чуть-чуть, немножко так поломался, но все равно. Друзья, что мы можем наблюдать? Все уничтожено. Все еще там что-то летает и куда-то взрывается. Боже мой, что происходит? Что это за штуки? Что происходит? Как ты жива осталась, овца? Как? Что это вот это вот летит? Вот я не знаю. Ну да ладно, смотрим, друзья. Все взорвано. Это все окрестности, друзья. Все в огне. Целый лес в огне. Кстати, я хочу пролететь именно в сторону города, потому что, возможно, мы немного и свой дом взорвали. Вот это было бы смешно. Оу-оу-оу-оу, окей, так, и тут был взрыв, и там был взрыв, нет, не говорите, что взорвал свой собственный дом, не говорите, что я взорвал свой собственный, свой, вы только посмотрите на это, вы только посмотрите на это, вот этот даже взорвался, вот этот взорвался. Ну, этот более-менее цел, на него горит пальма, но мой идеально стоит на своем месте. Нетронутый. Просто круто. Я, короче, всех своих соседей, походу, взорвал. И типа такой, ну, ребят, давайте там, давайте. Удачи. А пока я тут живу себе припеваючи. Окей, друзья, первая ракета у нас была, конечно, мегафановая. Мне понравилось. Но мы на этом не собирались останавливаться, потому что давайте выберем другую ракету и другую цель, мишень, или как хотите это называйте. Давайте выберем... По названию. Я выбрал самую последнюю. И, возможно, именно поэтому было так жестко. Но есть экзотермик, у нас есть эндотермик, у нас есть nuclear missile, the concrete cracker, bumblet rain, inferno. Вот если бы это, был бы это стрим сейчас в прямом эфире, я бы вас спросил, что вы хотите увидеть. Но давайте вот это рандомное. Я вот даже не посмотрел, что я выбрал. Concrete cracker. Давайте выберем вот эту. И давайте посмотрим, что она делает. Если что, мы сейчас еще попробуем. Ой. Нужно выбрать другую цель. Ну, я так понимаю, из этих домов я уже цель выбирать не буду. Давайте полетим немного вот в ту сторону, потому что там еще куча домов. Они не такие... Не такие богатые, как вот те, но такие более-менее. Видите, у них есть дерево в дизайне. А это, кстати, какая-то что ли библиотека или... интересно. С портом. Мини-портом таким. Что это? Дайте почитать. Что там все еще... Вы что, издеваетесь? Это еще что такое? Они продолжают взрывать. Да вы что делаете? А какие-то штуки там прыгают туда-сюда и взрывают все еще мой... Ну, окей. Ладно, давайте для пробы выберем вот эту цель и летим обратно. Надо было бы мне все-таки поставить там спаунпоинт и просто телепортироваться, потому что... Да, мы сейчас именно это сделаем. Где мой дом, кстати, вот там? Потому что так как это Minecraft 1.7.10 и на Control нельзя быстро летать и команду на быстрый полет в креативе, я, конечно же, не знаю и не хочу знать, потому что, кстати, вот название города Вилдрим. Ну, потому что я такой человек, друзья. Потому что я такой. Ну, все, полетели взрывать еще дома. Разозлимся ли мы с владельцем этого небоскреба в конце видео? Взорвлем ли мы этот небоскреб? Я думаю, да. Окей, ребят, что ж, у нас все готово. Это мы кладем вот сюда. Смотрите, какая ракета, кстати. Какая-то, ну, окей, большая. Давайте, 3. Нет, прежде чем мы это сделаем, давайте с PowerPoint здесь. И теперь game room keep inventory. Так что я могу себя просто убивать, и я буду возвращаться сюда, и все. 3, 2, 1. О, черт возьми, она полетела. Давайте, летим за ней, потому что сейчас она будет наклоняться и лететь в ту сторону. Я ее уже даже... Она вылетает за мою зону чанков прогруженных. Так, ну я лечу. Я хочу увидеть, что произойдет. Разделится ли она опять на несколько частей? Упадет ли она прямо так?
Что же произойдет? Кто знает? Она летит вниз уже, друзья. Хо-хо-хо, она летит вниз. Она летит прямо, черт возьми, вниз. И... так. Так, 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 так. Так, 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 так. Оу. О, это было мило. Это было без лагов. Это было спокойно, даже без звуков. Я, кстати, не понимаю, почему не было звуков. Ну, это, возможно, мои фишки. Но, как вы можете заметить... Черт возьми, она реально гигантскую дыру проделала. Но она как бы без всяких миллионов взрывов просто взяла и сделала гигантский кратер в этом доме. От дома ничего, ну, как ничего, парочку вещей осталось. И все, друзья, посмотрите на это. Окей, окей, давайте не будем медлить. Давайте себя убьем. И заберем отсюда. Вот это полетели выбирать следующую цель. Потому что мы на этом не будем останавливаться. И также сделаем день обязательно. Выберем нашу следующую цель. Давайте полетим вот в эту сторону. Я туда еще не летал. А потом со следующей ракеты мы полетим вообще вот туда, где я тоже не был. И это что, стадион? Это что, стадион? Интересно. Так, хорошо. Что мы имеем здесь? О, это что, ПВП? Тоже какая-то арена, тоже какой-то стадион. Вот этот стадион, он маленький, он мне не нравится, а какой-то ПВП. Я против насилия, друзья. Поэтому стадион для ПВП мы, пожалуй, уничтожим. Так, ну я думаю, лучше всего выбрать именно крышу вот сюда, чтобы она как-то упала. Окей, теперь я могу себя убить. Возвращаемся на свое место. Выбираем новую ракету, друзья. Тоже опять рандомную, хоп. Это у нас Strong Cluster Missile. Yeah, кластер, друзья. Кластер, это классно. Ставим это сюда. Давайте, друзья. О, черт возьми, я хотел сделать отсчет. Ну да ладно, да ладно. Ничего страшного. Так, хорошо. Мы выбрали... летит. Летит, красавица. Летит. Мы выбрали вот этот непонятный стадион ПВП. Давайте посмотрим, что с ним произойдет. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Где он, кстати? А, вот он. Где наша ракета? Ага, вот она. Кластер, друзья. Что же у нас делает кластер ракет? Опачки. Угу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет. Все взрывается. Слушайте, это прикольно. Это прикольно на самом деле. И причем взрывы не такие жесткие. То есть как бы по фану можно такую запустить. И посмотрите, они опять что-то там прыгают туда-сюда. Хватит прыгать. Хватит прыгать. Ну да, конечно, ой, там еще что-то приземляется, потихоньку, помаленьку, но да, конечно, эта ракета не настолько разрушительная, Will Dream опять написано, прикольно, как Холливуд, но она фановая, ее можно позапускать парочку, троечку, но мы не будем менять даже место, я хочу сюда поставить все-таки другую ракету, потому что мы хотим уничтожить эту чертовую штуку. Ну что, экзотермик или эндотермик, друзья? Мне кажется, эти ракеты очень жесткие. Давайте нет, все-таки оставим их чуть-чуть на потом. Инферно. Ух, как звучит-то. Enhanced Bunker Buster. О-хо-хо-хо. Хочу Bunker Buster, погнали. Bunker Buster. Поехали. Как же это круто. На самом деле, друзья, я, конечно же, против всякого насилия, против ракет, против всяких войн и всякой этой непонятной чепушни, потому что это нифига никому не нужно, тем более с ракетами в наши дни это просто бесполезно. За одни запустят ракету, весь мир просто пойдет наперекосяк, и это не круто. Поэтому давайте все дружно взрывать ракеты в Майнкрафте. Вот таким вот образом. Что произошло? Угу. И что ты мне дыру тут проделал и все? Так, друзья, что-то я не нахожу крутую ракету, друзья. Бункер Бастер мне не подошел. Давайте все-таки вот это Инферно. Инферно Миссил. Грны, МКТ, МКТ. Слушай, сколько раз этот стадион прямо держится. Я в него уже третью ракету запускаю. Ну ладно. Ну да ладно, посмотрим. Посмотрим. На этот раз, мне кажется, он должен умереть. Извините, друзья. Немного жесткий кинь. Вот этот дом, кстати, прикольный. Ну, он тоже полуразрушен уже. Ну, ничего страшного. Так, ракета, появляйся. Вот она. Ну, у меня на тебя большие надежды. Посмотрим, что же произойдет. Фоточку. Хоп. Так. Пам. Взрыв. Огонь. Лава.
Ага. И поэтому он инферно, да, я так понял. Типа инферно это огонь. Короче, взрывоопасно. Но ладно. Знаете, в чем прикол? Потому что теперь, так как у нас цель выбрана для ракеты сюда, они каждый раз будут падать вот именно сюда, а не на этот стадион. Поэтому, друзья, поэтому. Что-то мне не хочется сюда обратно лететь. Давайте просто возьмем какую-нибудь супер мощную ракету, чтобы там все просто уничтожило. Поэтому смотрите, друзья. Так, все, мне надоело, мне надоело, мне надоело. Экзотермик, друзья, экзотермик. Все, полетело. Сразу же, без всякого отсчета, запустил какую-то гигантскую ракету. Ну, так бывает, друзья. Уже посмотрим, что же произойдет. Интересно, интересно. Итак, ребята, летит наша экзотермик-ракета прямо, конечно же, в дыру. Но смотрим. Что-то интересное должно произойти. Это экзотермическая ракета. Что же она сделает? Вы что, издеваетесь? И что, она типа все тут в ад превратила? Смотрите, тут реально все теперь в адском камне и куча лавы. Окей, это у нас экзотермик ракета такая. А что такое делает эндотермик? Типа воды кучу дает? Слушайте, ну этот стадион прям держится, я не могу его уничтожить. Ладно, ничего страшного. Смотрите, друзья, все, окей. Возвращаемся обратно. Этот стадион, я уже не хочу ничего про него уже даже знать. Давайте возьмем эту штуку и полетели в ту сторону. Полетели, потому что я здесь видел какой-то небоскреб. А это что такое? Почему он? Ой. Да сколько можно-то? Сколько можно взрываться-то? Они по всему. Что происходит? Серьезно? Оу, е-е-е. Я знаю, что это за здание, друзья. Погодите, если я сейчас вот увижу самый верх этого здания, я вам скажу, что я его видел. Так. Да, это здание, сделанное архитектором Норманом Фостером. Я все знаю. Потому что... Я его не буду говорить, откуда я знаю, что это здание. Неважно, неважно, друзья, неважно. Давайте попробуем выбрать цель прямо вот здесь. И я так понимаю, это здание вообще как бы тестовое, потому что, ну, может, весь зоны вокруг него вообще никакой нет. Но я хочу взорвать его. Почему бы и нет? Почему? Почему? Ух ты, какая там у нас щель гигантская. Эй, что там красное, какая-то шерсти. Ой, что-то много всего непонятного, но, друзья, нам нужно запускать ракеты, потому что мы хотим уничтожить вещи. Окей, что ж, какую же ракету мы запустим сейчас на этот гигантский небоскреб? И потом, я думаю, у нас будет последняя ракета именно на этот небоскреб. Что ж, давайте посмотрим. Что у нас здесь есть? High Explosive, Incendiary, Cluster, Bunker, Strong HE, Incendiary, Cluster, Bunker, Spare. Inferno. Bomblet. Вот эти две меня, конечно же, немного так заманивают. Давайте, друзья. Мы же тут для этого и собрались. Вы же все знаете. Ух ты, черт возьми, какая опасная ракета, опасная. То, что я не сделал, это не положил это вот сюда. 3, 2, 1, полетели. Ну, давайте посмотрим, что же произойдет, друзья. Что? Ставьте ваши ставки. Что же вы думаете произойдет? Ох, как же странно. Так, как же странно уничтожать это здание, потому что я реально его знаю. Так, ну окей, летит она, летит, 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 летит. Нифига себе, я, о-о-о-о-о. Боже мой, я этого не ожидал. Если вы меня слышите, друзья, здесь мой компьютер не взорвется, там точно. Так, но я двигаться пока не могу, пока у меня все висит, звук прошел взрыва. 6 FPS, друзья, прямо перед лицом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще не знаю, почему у меня мой скин улетел и. Лол. Вы посмотрите на это. О-о-о-о, радиация идет. О, черт возьми. Стойте, друзья, я должен это сфоткать, друзья, потому что. Это ж красиво. Так, черт. О, все превращается в этот. Ну вы поняли. Е, друзья, это жестко. Это жестко. Я пытаюсь сфоткать. Как-то вот так. Так.
Так. Что же происходит? Смотрите, все деревья превращаются в черные, непонятные никому. Стоп, а мой дом? Мой дом! Мой дом! Мой дом, нет! Нет, я же не хотел, чтобы... Ну-ка, стоп, а что будет дальше? Стоп, не говорите, что... Не говорите, что радиация. Только не говорите что мне, что радиация только что. Не может быть. Ну не может быть такого два раза уже. Ну не может быть, посмотрите. Посмотрите, где закончилась радиация. Она закончилась прямо перед моей дверью. Прямо вот здесь. Здравствуйте, дом опять не тронут. После первой ракеты мы ничего не получили, никакого урона. И после второй, все в радиации, а у нас дом прямо на границе радиации. Вау. Да, как всегда, мы самые крутые поцы. Окей, идем дальше, потому что сейчас мы выбираем именно вот это здание и взорвем его к чертовой матери. Так, друзья, выбираем где-то вот это вот прямо вот здесь, потому что здесь какие-то таблички, которые я не люблю. Хоп, position set. Отлично, и сейчас самое главное выбрать хорошую, красивую, крутую ракету. Но, друзья, то, что я хочу вам сказать, это мне нужна интересная ракета, потому что это будет последняя. Давайте подумаем, что мы имеем. Strong, потому что я все-таки думаю, у нас есть еще Nuclear Mirf Missile, Endothermic. Давайте попробуем, раз уж мы тут потешились с всякими ядерными ракетами, почему бы и еще не поугарать. Полетело, без всякого счета, без всякого всего, но я думаю, будет жестко, друзья, будет жестко. Так, будет грипп. Что происходит вообще? Почему радиация повсюду? Так, стоп, Так, стоп, я что, уничтожил все вокруг? Да? Ребята, я уничтожу. Итак, друзья, прошло немного времени, и как вы можете видеть, звук взрыва все еще есть, потому что все еще уничтожается зона, поедается ядерной энергией. Вы можете видеть здесь, потихоньку все уходит. Можете видеть, уходит, но здесь вроде как уже все прогрузилось. Знаете что? Наш дом был вот здесь. И когда-то он здесь был, но теперь его здесь нет, друзья. И мне кажется, я не знаю, вам слышно меня или нет, о, да еще один, да сколько можно? Да хватит. Друзья, и то, что я вам хотел сказать, то, что, мне кажется, мы нашли самую разрушительную... Ну давай, еще сфотку, давай. Самую разрушительную вещь в Майнкрафте. Посмотрите на это, оно уничтожает все. И здесь был грибок. Грибок. Так, окей. Да хватит. Что вообще происходит? Боже мой, друзья, все взрывается, все. Все сносится, просто, смотрите, все частицы, как они летают. Просто жесть. Мне кажется, будет уничтожено просто все здесь. Просто все. Бедный паук. Итак, друзья, от этого города просто ничего не осталось. Все взрывает. Они продолжают происходить взрывы. Друзья, я думаю, на этом я закончу этот выпуск, потому что только что Майнкрафт вылетел у меня два раза, потому что слишком много всего происходит. Они не перестают происходить, да что ж такое? О, черт! Друзья, я думаю, на этом мы закончим. Мы уничтожили полностью весь город. Полностью, друзья. Ничего от него не осталось. Все пропало. Поэтому надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если вы хотите еще больше выпусков, где я буду взрывать всякие непонятные штуки и будем находить другие интересные моды, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч!